Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять трешечок. Открыли у нас, опять же, хрустальный сундучок, довольно-таки неплохой. Вот такие вот здесь у нас плюшки. Ну, самое интересное, это кристаллы вот эти Апекса. Для прокачки плюс... Дополнительно у меня оттуда идут книжечки с пятых сундуков. Так, что у нас есть сегодня интересного? Ничего такого интересного. О! Отлично. Давайте попробуем зафармить. В принципе, неплохая награда. Сможем ли мы вторую руну словить? Так, у меня там есть... Сколько у нас получается? Нам, чтобы потратить, надо 20, 30, 35 где-то к. Ну, можно, в принципе, 35 к. Сколько? Почему не по 150? Увидите. Максимум 940. Так, потому что у меня уже есть. Давайте потратим эти, которые есть. Хоть посмотрим, что у нас сегодня падает. Ну, кулаки стабильно идут. К сожалению, они не меняют вот эти вот награды. Я бы их уже давным-давно поменял, чтобы народ хотя бы играл. И тут можно было бы плюшки получше. Ну, кулаки, как видите, падают. Ну, это, честно говоря, ни о чем вообще по сравнению с пиратом. К сожалению, пирата сегодня нет. Но когда акции совпадают, пират и хрустальный, например, и есть у вас акция «Молотки Бога Грома», конечно же, идите просто и сливайте все в пирата. Шестая всего лишь. Ну, как-то ни о чем. Просто ни о чем. Я даже не знаю, есть ли смысл вот это играть. Давайте лучше паролем. Лучше нормально заролить, посмотрите. Нифига толкового не вытащили. Потратили, по сути, 100 штук, это 15к, где-то 7-8 тысяч. За 7-8 тысяч с хрустального, ну, я говорю, с хрустального, с пирата, вы можете вытащить такие плюшки, которых, ну, реально там месяцами надо ждать. Поэтому это вообще беспонтово. Так, я не могу забрать. Это ужасно. Приходится скупать все награды, потому что не могу забрать ордена. Печаль. И, кстати, вот карты, блин, хотелось бы, чтобы они уже обновили этот магазин как-то. Добавили какие-то плюшки новые. Орденов хватает, у людей нету надобности столько орденов, как это было раньше. Понятно, что надо ордена на прокачку смотрителей. Ну, в принципе, там, пока вы соберете эти камни, у вас ордена будут все равно в перелимит уходить. Единственное, что здесь полезно, это карты падают. Смены таланта. Не карты героев по 67, какие я покупаю, а обычные карты смены. За них вы еще можете хоть кое-как получить самики. Так, отлично. Поехали лучше по ролям. Так, 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 так. Let's go. 76, это нам надо до 40. Давайте по 450 посмотрим сегодня. Шаман. Интересно, будет ли какая-то имба пикси. Кстати, мы ее сегодня на десяточке вытащили. Афинка. Ну, уже неплохо. Афина с пару тычек. Это уже половина победы. Так, ну, бульдозер это такое себе. Что-то последнее время, я скажу честно, мне не заходят роллинги на английском сервере. Не знаю почему, в чем причина. Ну, как-то начало падать скудненько. Варлок. Еще одна Афина. Они издеваются просто над нами.
рыцарь. Ну хотя две Афины там за 13к это не так уж и плохо, бывает и похуже, честно говоря. Нифига себе, посмотрите, какой деф у стрелка. Фрея стрелка не пробивает так, как других. Офигеть. Что там за стрелок, интересно? Поехали. Бум. Я же говорил, будет имба. Опять чемпион. Кенди Кейн. Ну, видите, как начинает падать после рейда? Смотрите. Сразу же 3-4 героя упало. Давайте еще разок сделаем тест. Работает тактика. Тактика рейда. Никто ее не отменял. Кстати, мне очень-очень нравится недомогание. Очень хорошая вещь. Просто на изи разбираются герои. Я на Фрею поставил и, честно говоря, не жалею. Ну что? Давай! Бог Рома. Тоже имба. Еще один чемпион. Это просто жесть. Ниндзя. Я не знаю. Две Афины, блин, за 30к. Это как-то, ну, печально. Ну, еще и друида. Магазинные герои сыпят. Я же говорю, магазинки только падают. Они просто нас троллят. Давайте по 150 посмотрим, кто у нас упадет. Сколько у нас там? 7к есть. Интересно, упадет хотя бы одна лего за 150. В принципе, должна. И считайте, где-то 15 тычек. Ну вот. Фея упала. Тыква. Это просто жесть. Ну, гаргул. Когда-то была имба, сейчас он уже... Вот, блин, жалко, что старых героев не реанимируют, не дают им. Я бы, например, бы на их месте хоть какой-то сделал бы там... Не выпустил имбу там, или выпустил обычного героя и переделал старого. В принципе, все, думаю, были бы не против. Напишите в комментах, что вы об этом думаете, чтобы старые герои меняли какие-то их параметры. Ууу, бегимайн, ребят. Выпросили, называется. За 35к. Нифига себе, гарб. Ого. Посмотрите, что делается. Подряд 3 прям. Ну все, ролим до следующей имбы. Малышник. Ну такое, по 150, как видите, тоже падает. И падает. В принципе, падают неплохие герои. Так, а что у нас там по акциям сегодня? А, у нас есть акция за найм героев. Сколько надо? 150к слить, чтобы получить 3 каких-то несчастных карты. 20к вернут. Блин, поменяли бы уже эти акции, не позорились. Смешно просто. Да уж. Так, и что у нас по ресурсам? Чалька. Не хватает ресурсов на этом аккаунте. Особенно самоцветов приходится ежедневки не пропускать. Кстати, надо повернуть всем будет героям чары обратно. После того, как смотритель пройдет. Ну и тут падает живо. Что у нас по сундукам? Нормас, сейчас еще книжечек подфармим. Вот эти сундучки самые топовые, как по мне. Потому что без этих сундуков вы нифига не прокачаете толком. Я имею в виду тех, кто донатит и качает прорывы, вам будет катастрофически не хватать книг. Всегда. Но я уже вроде решил эту проблему у себя. Частично.
42к у нас есть, и надо будет прокачать какую-то новую имбу. Сейчас я посмотрю, кого у меня там нету таких интересных героев, которых бы хотелось бы посмотреть на 20-м прорыве. Может, это было Грома качнуть. Думаю, будет интересно посмотреть на него, что он может на максималке. Давайте так и сделаем. Такс. Я вроде его не качал. У меня прокачан. Кто там последний был? Варлока мы качали здесь. Да, надо вернуть эту имбу в строй. Let's go. Сейчас мы кого-то сольем. Так, что у нас тут? Бастримка. Так, тут оживо. Бравлер. Ожог. Так, этот у меня 11-й. Бум. Все, ребятушки, возрождаем новую имбу. Сейчас такое захожу, у меня нету бога грома. Где ты? Где ты, бог грома? Вот он. Все, ждите обзорчика. Подкачаем, посмотрим, что с него получится. Всем удачи, всем пока.